Яков Мушилов говорит, информация о том, что землю, которую его отец взял у города в аренду 20 лет назад, можно приобрести в собственность, сначала не поверил. За разъяснениями предприниматель обратился в департамент имущественных отношений мэрии. Оказалось, что с новыми поправками в законодательство оформить с муниципалитетом договор купли-продажи просто. Стоит лишь обратиться в МФЦ, предоставить кадастровый номер нужного участка и написать заявление. Это мечта моего отца с компаньоном, это в первую очередь. Во вторую очередь уверенность в завтрашнем дне и упрощает дальнейшее развитие этого участка. Ставка на муниципальную землю фиксированная. К примеру, если участок использовался под индивидуальное жилое строительство, садоводство или личное подсобное хозяйство, то за него муниципалитету необходимо заплатить 2,5% от кадастровой стоимости. Если под коммерческую недвижимость, ставка возрастает до 12%. Но купить на льготных условиях можно только землю, которая находилась в аренде или в бессрочном пользовании. Но в регистрации сделки могут и отказать, правда, только в трех случаях. Если по участку проходит так называемая красная линия, если на территории располагаются городские коммуникации или если участок находится в водоохранной зоне. Муниципалитет заинтересован в продаже земель. Для нас очень важно, чтобы этот механизм был очень простой и понятен для наших граждан. Вот вам надо это сделать. И, конечно, разъяснить нашим горожанам, как это можно сделать. Очень доходчиво и без усложнения процедуры этого выкупа. Это самое главное. Мы постарались сделать максимально прозрачно и прошли антикоррупционную экспертизу по этому регламенту и опубликовали его в прессе. Поэтому, ну, я полагаю, что гражданам будет просто воспользоваться этой услугой. По данным Департамента имущественных отношений курорта, договор купли-продажи город готов подписать почти с 10 тысячами арендаторов. Вырученные средства сейчас как нельзя кстати, говорят в администрации. Деньги нужны на реализацию ряда социальных проектов. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».